Это ваше животное? Ваше животное? Наше, наше. Можете что-нибудь рассказать про эту породу? А что вы хотите? Ну, какие-нибудь выходные данные, сколько привес дает и так далее. 1500. А выведена она где и когда? В Волгоградской области, Старополтавский район, в 2009 году утверждена как порода. Зарегистрирована как порода, да? Когда выводили 50 лет, один год туда не играет. Угу. А сколько в России поголовья этих животных? 1008, не больше. 1008, да? И они все в одном месте сконцентрированы, получается? Нет? Нет, разбросаны по всей России. Значит, Волгоградская область, Осетия, Кавказ, Ростовская область, Башкирия, Татария. Ставропольский край, да? Новосибирск. А представьтесь, пожалуйста. Кобзалов Александр Иванович. Спасибо, Александр Иванович.